Знай, это моя троюродная сестра Кристина. Она поживет с нами одну недельку. Да без проблем. 1000 рублей в сутки, пусть живет. Да шучу. Пусть живет, конечно, чего напряглись? Я, конечно, все понимаю, но она дома нам такой срач развела. Я с ней поговорю, все будет нормально. Кристин, у меня к тебе разговор. Да, Санта. Да ничего, кушай. Господи, мы один день с ней прожили, сбежать из своего дома хочется. Ну, будь терпимей, она простая девчонка. По сути-то ничего плохого не делает. Да это хорошего она ничего не делает. Целыми днями лежит и топчет. А как закончится, снова бежит к холодильнику. Ну потерпи, пожалуйста, немного. Ну ради меня. Ну не выгонять же человека. Кристин, сейчас футбол начнется. Переключи на Матч ТВ. Не-не, я Дом 2 смотрю. Послушай, не надо наглеть. Я и так намного закрываю глаза. Да ж на что же ты закрываешь глаза, а, родственничек? Кристин, мне неудобно тебе об этом говорить, но ты 3 дня у нас уже живешь. Хоть полы протри, мы же люди, а не свиньи. Что-то за 3 дня я ни разу не видела, чтоб ты протирал. Юля постоянно моет. А я не про Юлю, я про тебя. Как же я от нее устал. Когда ты домой уезжаешь? Ну смотри, на экономический я не поступила, буду поступать на юридический. Так, это когда? Экзамены через месяц. Какой хуй месяц? Ты просила пожить неделю. А, вот вы какие. Да, такие. Может, не надо так жестко? Я дни считал, я календарь зачеркивал. А на месяц тут жить еще собралась. Юль, а она продукты собирается покупать? Или она только наши будет есть? Зай, она из деревни, денег нет. Таких вкуснях она отродясь не видела. Стыд от человека. Да я и не приставал. Я просто каждый день продуктов приношу на 3000. К вечеру холодильник опять пустой. Ребят, а где у вас тут магазин? Да тут рядом Пятерочка есть. Да не продуктовый. Я себе кроссовки хочу купить. Сейчас я чай допью, отвезу тебя. О, вообще зебенски. Денег у меня нет. Совести у меня нет. Слушай, мы же пока твоя жена на работе. Можем с тобой это? Чего это? Ну это... На рынок съездим. Я бате удочку обещала купить. А, на рынок? Да без проблем съездим, конечно. Я тебя сам насаживать буду. А я смотрю, вы подружились. Куда ездили? На Кудыки, на горах. Плевать помидоры. Раз и два. Снимай футболку. Блин, опять продула. Проиграла, давай снимай. Можно тебя на минутку? Ты что творишь? В карты играем. Ты больной? Вы на раздевании играете. А я тебе просил, чтобы она уехала. Ну ты же не понимаешь? Поэтому будем играть с ней в карты на раздевании. Кристина, ты накатить хочешь? Хочу.